О своей личной жизни Галина Уланова говорила так. «Наверное, я просто по характеру не домашний человек, вот и семьи не получилось. Но все мои мужья были люди творческие, талантливые, очень интересные. Я всех с признательностью вспоминаю». Еще в юности родители сказали ей: «Галя, ты ни в коем случае никогда не должна иметь детей. Или сцена, или дети». «Обыкновенная богиня», — сказала Булановой Алексей Толстой. «Человеком другого измерения» называл ее Сергей Эйзенштейн, а Сергей Прокофьев — гением русского балета. Сама же она говорила: «Я никакая не великая, просто так сложилась жизнь и судьба. Я обыкновенный человек и хочу остаться собой». Галина Сергеевна Уланова скончалась 21 марта 1998 года от инсульта. А несколькими годами ранее в Стокгольме ей был установлен памятник, первый и единственный памятник русскому человеку за границей, поставленный при жизни.